Дорогие друзья, мы находимся в городе Псков, на ее небольших задворках. Перед вами вот такое полуразрушенное здание. Видим здесь колонны. Сейчас мы с вами посмотрим, что это есть за здание. Это планетарий. Он, кстати, в рабочем состоянии. Видим, что там работает касса. Можно туда прийти и посмотреть на звезды. Видим, что здание вверху имеет купол, в котором находится телескоп. Что самое примечательное, что весь этот планетарий вместе с телескопом, видимо, когда-то имел другую функцию. Это, скорее всего, бывший храм, церковь. Но его большевики разрушили и превратили вот в такое дело.